конечно, Бондаренко остался еще вперед. Красивых прыжках все девчонки преодолевают трамплин на ираже. Тем не менее, пока места распределяются именно так. Бондаренко первая, Щеплова вторая, Фролова третья. Ярослава Бондаренко с нереальным отрывом от своих соперниц. Лишь 20 метров, но тем не менее, я напоминаю вам, что это лишь прелюдия перед большой гонкой. Бондаренко первая, а Щеплова и Фролова ведут борьбу за финиш. Фролова все-таки второе место, а Щеплова третья.